Когда перед вами на столе цветная еда, то обычный обед может стать в разы веселее. Сегодня перед нами желтая и фиолетовая еда. Это Дорода Челлендж. Меган, пришло наше время. Поехали! Вау! Желтая прическа и наряд. Фиолетовый, прикольно. Девочки, вы очень красивые. Игре пора уже начаться. Открывайте крышки. Лимон. Желтый, но кислый. Вот и ешь свой лимон. А у меня вкусные Орео. Вкусные? Значит, украду одну штучку. Что? Где печенька? Я не знаю, не видела. Но одной тут явно не хватает. Ничего, и так наемся. И правда вкусно. Еще хочу. Ага, так вот кто крадет вкусняшки. Да я просто взглянуть, мне и не надо. Спорим, ты не сможешь съесть лимон на время. Попробую. Поехали. Бе, это слишком кисло. Не могу удержаться. Бедная Элис. Вот возьми печеньку. Ой, спасибо. Спасибо большое. Давай чокнемся печеньками. О, конфетки. Сладкие и вкусные. Меган, а что у тебя? Капуста? Ненавижу капусту. Как же вкусно. Вкусно, да? А у меня вот. Да ладно, тебе потом повезет. У меня план. Уходи, капуста. Оп, оп, оп. И конфетки станут моими. Элис, а что у тебя на лице? А что там? Вот, смотри. А, откуда? Уберите! Спокойно. Вот, смотри. Их можно убрать. Они еще и вкусные. Ну, если так... Меган! На тебе тоже желтые пятна. Конфетные пятна. Я прям как ты. Ну-ка, дай попробую. Мы можем есть друг друга. Что теперь? О, макаронцы. Я их просто обожаю. Блин, кислые жвачки. Не люблю кислые. А у меня вот как вкусно. Вот. Еще и хвастается. Потому что и правда вкусно. А ты давай ешь свои жвачки. Видимо, и правда пора попробовать. А? Ой, ой-ой, я, кажется, белею. В буквальном смысле. А может, ты дашь мне немного макарон? Конечно, нет. Блин. Слушай, Меган, а ты сможешь есть, не глядя? Ну, давай попробую. Я тебя покормлю. Держи. Ам. Бе, кислятина. Что это? Это пранк кислой конфеткой. Вау, пончики. Лук? А чего-нибудь поприятнее не было? Ничего лучше в жизни не пробовала. Может, меня спасет шоколад? Лук плюс шоколад. Что же будет? Не уверена, что это хорошая идея. Но я попробую. Пахнет приятно. Ам? Кого я обманываю? Это дрянь! Элис, дай мне вкусных пончиков. Нет, они мои. Да что же это такое? О, идея. Нужно нарезать лук. Сделать это тяжело, потому что я всегда начинаю рыдать. Элис, смотри, я плачу от того, как хочу пончик. Дай, пожалуйста. Ладно, держи. Ура, спасибо! Что это у меня? О, у Меган хуба-буба.
Да, жвачка. Моя любимая. А у меня какая-то штуковина непонятная. Фу, выглядит гадко. То ли дело жвачка. А это вкусно. Даже прикольно. Сейчас вы увидите самый крутой пузырь. Смотрите, он огромен. Будь осторожна. Фу, что это на мне? Я сама вся в слизи. Бяка. Смотри, я отковыряла глаз. А, я падаю. Шучу, это же просто мармелад. Ура, целая кукуруза. Я люблю кукурузу. А у меня целая банка Фанты. Тоже прикольно. Слушай, Элис, а может ты поделишься? Нет. Ах, так значит. Идея. Фанта как раз слишком свежая. Что? Волшебное дыхание? А может, сделаем попкорн? У меня как раз есть ведро. И моя Фанта как раз подойдет. Идеально. Трясем и получаем целое ведро фиолетового попкорна. Бомба! Не хватает только фильма. Да. Ну и так очень вкусно. Блин, фу, какие-то желтые суши. А у тебя, Меган? А у меня моя любимая фиолетовая нутелла. У тебя язык испачкался, смотри. Класс, теперь у меня и язык фиолетовый. Я думала, ты испугаешься. А может, поделишься нутеллой? Нет. Лучше смотри, как мне вкусно. Меган, смотри быстрей. Что? Где? Суши с нутеллой не так уж плохи. Вкусно. Ничего не вижу. О, Элис, ты съела? Молодчина. Да, я молодец. Что? А где нутелла? Знаю, это точно не я. У тебя губы фиолетовые. Смотри. Это даже прикольно. Мне идет. Какая ты глупышка. О, картошка. Хрустящая. Что это такое? Ни разу не видела. Картошечка. Еще и с соусом. Обожаю. Не понимаю, как этим пользоваться. О, кажется, нашла. Нужно прыскать. Эй, только не на меня. Осторожней. Ой, я не видела. Извини. Надо себе в рот. Точно. Даже вкусно. А у меня кончился соус. Как же так? Только не кричи. Вот пшик в тебя. Вкусно. Может, брызнешь на картошку? А давай, попробуем. Да это же магия! Теперь она вон какая пластичная. И все еще вкусная. Вау, это же вкуснятина! Фиолетовые чипсы. Люблю чипсы. Люблю фиолетовый. Идеально. Желтый арбуз. Очень редкий. Такие чипсы тоже встречаются нечасто. Что? Откуда это? Откуда столько мусора? Почему ты такая злая? Смотри, ты испортила мне чипсы. Я не хотела. Не хотела? Правда, не специально. Ну ладно, на первый раз прощаю.
сегодня друг другу противостояли желтая и фиолетовая еда. Это был Дорода-челлендж!